Всем приветики. Заказал себе на Wildberries такие вот парные браслеты. Они как бы для пары. Вот. И в таком пакетике они пришли. Внутри у нас лежит еще один такой пакетик красивый. Такая наклеечка в подарок в виде персика. Вот. И браслет. Но правда здесь он такой, как будто он уже миллион лет валялся на складах. Весь такой замученный, поломанный, но красивый. Открываем. Да, упаковка, конечно, очень замученная. Здесь zip-пакет у нас. Так, а как его открыть-то? Вот, и, собственно, вот они сами браслетики. Это мужская часть, она такая толстая. А это женская часть, она тонкая. Это девушка на руку называет, это парень. Собственно, оно и видно по толщине. И у каждой части есть половинка. Правда, что-то он не магнитится. А, он отломался. Он отломался. Этот магнитик должен быть внутри женского. Вот. И они должны так вот магнититься. И превращаться в сердечко. Типа у парня на руке браслетик, у девушки. И когда они встречаются, берутся за руки, их сердечко соединяется. Но отсюда магнитик отломался. Интересно, можно его назад ставить или нет? А, во, все. Ну, видимо, его можно приклеить. Ну, по идее, он и должен быть приклеен. Но, видимо, забыли его приклеить или что. Ну и вот. И потом просто две половинки, они соединяются. Правда, и магнитик... Блин, и магнитик не так вставил. Они отталкиваются. Блин. Попробую достать. Да уж, это может быть такая жесткая подстава. Хорошо, что у меня есть неодимовый магнит. Неодимовый магнит — это очень сильный магнит. И вот он потихонечку вытягивает. Я пытался сейчас иголочкой подковырнуть, но в итоге его в палец ткнул случайно. И иголочка не подковыривает. А вот магнит я просто беру так вот, потихонечку так вот пытаюсь его как-то достать. Крутить как-то, я не знаю, двигать. Вот, на расстоянии такое, чтобы оно тянуло. Ну и потихонечку вот вытягивается. Оно же было полностью туда вставлено. Как здесь. Вон оно уже глубоко вставлено. А уже вылазит потихоньку. Очень медленный процесс. Но хорошо, что у меня есть такой магнит крепкий. Он прям вытягивает. Но это очень медленно, блин. Это жестко. О! Получилось. Все. Теперь нужно, соблюдая полярность, вставить туда. Да уж, не думал, что с браслетиками такая штучка возникнет. Для этого магнитим обратно, как он и был, вставляем. Вот, и разъединяем. Дальше запихиваем уже поглубже пальцем. Ну и все, вот они две половинки, по идее, вот женская половинка и мужская. И они просто присоединяются, два сердечка таких. Ну вот, миленько, получается, две такие половинки. Вот она мужская, я ее уже расстегнул, такая толстая, и женская. И вот у каждого на руке надет браслетик, и потом, когда они берутся за руки, браслетики магнитятся, правда, не ровно. Их надо повернуть. Но когда повернутся, они образуют сердечко. Это так мило.
Типа у парня браслет и у девушки браслет, а вместе они образуют сердечко. Это так мило. А для пары, мне кажется, это идеальный браслетик. То есть просто у каждого на руке висит половинка сердечка, а вместе они целое сердце. Это такая милота. Вот для пары, мне кажется, идеально. Тем более они такие красивенькие. Для парня такой толстенький, для девушки потоньше. Ну и плюс, это не ржавеющая сталь, как они написали. По идее, с ней можно плавать, и она не поржавеет. Хотя они могут написать все, что хочешь, конечно. Но будем надеяться, что все будет хорошо. Вот, даже сами магнитятся. Почти что правильно. Ну-ка, попробую сердечки. Опа. Ну да, они не всегда правильно магнитятся, но в целом их можно повернуть. И все. И вот оно сердечко. Это очень миленько, очень круто. Мне нравится. А, и даже такие вот бывают косички от производителей, что магнитик выскакивает. Ну, в принципе, если его затолкнуть, так он и держится. А если и вдруг и дальше будет выскакивать, просто можно туда капельку клея и снова его туда затолкнуть. А суперклей его уже возьмет и никуда он не денется. Ну, а на руке сейчас покажу, как это выглядит. Да, еще забыл показать. Здесь же есть такие застежечки. Вот они. В принципе, если вдруг окажется он большим, можно цеплять не за краешек вот этот застежечку, а за что-то другое, например, просто за звено цеплять и все. Или просто пару звеньев отсюда убрать. Ну что, вот я надел браслетики. Вот так вот выглядит мужской. Вот так просто его на руку не наденешь. То есть он здесь мне не пролазит. Пришлось расстегнуть и надеть. Кстати, очень тяжело одному это сделать. Вот, но в целом получилось. И довольно-таки так, ну, прикольно выглядит. То есть, ну, так вот как цепочка. Так и красиво. Такая толстая цепочка, как серебряная такая. Вот, а на ней еще висит сердечко. Но, правда, оно может еще магнититься к самой цепочке. То есть, вот, этот магнитик магнитится к самой цепочке. Это как-то не очень, но с этим ничего не сделаешь. И вот такой вот кусочек сердца будет висеть на руке. И у девушки. У девушки цепь поменьше, конечно же. Вот, ну, тоже красивенько. Тоже как серебристая такая. И у нее своя половинка. У девушки, кстати, цепочка маленькая, и поэтому сердечко, в принципе, за нее и не может зацепиться, потому что сама цепь маленькая, у нее просто будет всегда болтаться половинка такая. А у парня цепь здоровая, и сердце к ней цепляется, потому что она очень здоровая. Ну, явно, что побольше. Ну и вот, и когда они встречаются... О, они идеально соединились сами! Почти что идеально. Вот они берутся за руку, так, привет. Взяли за руки, и сердца соединились. Это так мило. То есть, они сами практически ровно соединились. Вот так. Вот так это должно выглядеть. То есть, девушка и парень берутся за руки, и их сердца соединяются. Это так мило. Я думаю, если у вас есть пара, и этот браслетик будет у вас надет, вам обоим будет приятно, когда они будут соединяться сердечки. Это такая милота. Ну, а сейчас уже не соединились правильно. Но первый раз они идеально соединились. Просто вау. Даже равнять не надо было. Вот, так что это так прикольно. Вот. Вот так это выглядит на двух ручках. На мужской и на женской. Мне кажется, это идеально. Но потом, когда они прощаются, сердечки разъединяются, и они уходят. Потом встречаются, берутся за руки, и сердечки снова соединяются. Два сердца человеческих и два сердца на браслетиках. Это милота, класс, мне нравится. Если у вас будет пара, то обязательно, ну, как бы, пользуйтесь парными браслетиками. Я думаю, вам обоим будет от этого кайфово. Вот такая вот у меня покупочка. Ну, а на этом все. Всем покедова.